Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Sonics и Coldwind, трек под названием Afan. Нет, трек под названием «Почему больно мне?». На самом деле, просто прикольное совпадение, что у нас с Sonics был трек Coldwind, соответственно, у Sonics и Coldwind должен был быть трек Afan, но ладно, нет, почему-то есть трек «Почему больно мне?». Тоже пойдет в целом, почему нет, да? Вот, сейчас посмотрим, что это за тречок. Это, естественно, тречок нашего дорогого Sonics из Техаса. Ну и Coldwind тоже вроде из Техаса. Сейчас посмотрим, что такое. Я помню, что он сейчас много треков дропает на площадочке. Скоро у меня тоже с ним дроп на площадочке будет, кто не знал. Вот. И, ну, там, конечно, хуйню наплел, но тем не менее будет. Вот. Посмотрим, что это такое. Брандман вроде бы не из Техика, чел. Но, ох, ёб твою мать, серьезно, что ли? Ладно, хорошо, интересная вещь, интересная вещь. Сейчас посмотрим, что это за трек. Предыдущие треки 2, которые были на площадочках, были достаточно интересные. Потратил, конечно, мне нравится больше, но последний танец тоже достаточно человый тречок. Посмотрим, что вот это будет такое. Надеюсь, что мне это понравится. Техника никого нет уже. Чекай состав. А, чё, реально? Сейчас давайте чекнем, ну, чисто по приколу. Техико Гениус. Там поудаляли половину, блядь, или чё? Там не поудаляли уже всех? И чё? В смысле, все есть? Ноль битмарей? В смысле, вот. Вайблейд, а почему тут вайблейд? Вайблейда нет. Ты меня, блядь, наебал, Вилончик, дурак тупой. Все, слушаем. Почему больно мне? Про тыш не забывайте. Со мной земля очень холодна. Ты мои глаза привыкли к этой темноте. Но почему больно мне? Меня убивает силуэт в темноте. Ты мне показалось, он свет в моей комнате. Но играет эта мысль в моей голове. Я не пойму. Но мне это надо сейчас. Я знаю, ты занята. Но она любит меня. Ранее закрыт и я. Все не пойму. Чему оправдание, ты знаешь, что ты не права. И я заебался слышать твои пустые слова. На хуй таблетки, без них уже давно схожу с ума. Мне хватает дыма, но так не хватает сна. Забери мое сердце, знаешь, мне так будет легче. Знаешь, мне так будет проще, если останусь холодным. Было больно, но я не хотел бы все забыть. Не пиши мне, я уже давно успел остыть. Уже светло, кажется, сегодня не усну. Я помню дни, когда мы были с тобой очень близко. Но даже если будет выбор, все равно их не верну. Неплохо. Но почему больно мне? Меня убивает силуэт и в темноте. Мне показалось, что свет в моей комнате. Но играет эта мысль в моей голове. Я не пойму. Но почему больно мне? Мне нравится. Я вижу, что вы все страшно захейтили. Мне нравится. Прикольная ритмика. Прикольно. Не, правда прикольно. Согласен. С Хэппи Кидом. Действительно прикольно. То у Соникса в целом текст нужен. Но по тексту у Соникса всегда как бы особо каких-то ёбнутых вещей я не замечал. Даже когда я с ним фиты писал, ну типа я сам замечал за собой, что у меня как-то работа над текстом всегда по пиздаче, что ли. Ну типа, говорю факт, надеюсь, без каких-то либо обид. Вот потратил прикольно эта хуйня. Все три трека мне нравятся, что выпущены на площадке. Вот чисто по себе говорю. Это даже не потому, что он какой-то макин. Вот просто представили. Это платный заказ.
Я бы добавил этого чела. Каунт Вайда не знаю. Я бы добавил Соникса сейчас как минимум на испытательный срок, я думаю. Я думаю, да. Вряд ли я бы сразу добавил, потому что по какой-то индивидуальности звука, конечно, здесь просадка ёбнутая, это 100%. Но он отлично чувствует. У него охуенный выделительный тембр. Вот серьезно, за что мне нравится Соникс, у него охуенный тембр. Он очень круто с ним работает. Кстати, где мои роялтис потратил? А это уже к нему вопросы. Вот. Соответственно, я бы его точно на испытательный срок добавил, если это был платный заказ. То есть, типа, это на самом деле очень удобная вещь. Чисто для себя проверить. Может, типа, я реально... Мне нравится тупо потому, что имя это. Может, тупо потому, что, типа, это мой друг. Но я реально могу представить, но чисто для себя. Ну, типа, нахуя мне врать? Вот. Прикольно, я добавлю, не знаю, в плейлисты какие-то, ну, в общей точно нет. Потому что в целом просадки, конечно, есть. Но даже во фрешменов, судя, а на Миляне тоже представил. На Миляне я не представлял, потому что у меня даже... А хотя... Не, ну у Миляна, блядь, там прям охуенный был звук. Пиздец, очень крутая работа у Мили, правда, даже, ну... А чё мне было представлять? Он съебался после 4-го трека. Там подставлять нехуй было. Умели, правда, охуенно, Альп. Ну, прям, серьезно. А я после первого. Ну, Вилончик... Что после второй там бывает, это вообще пиздец добей. Короче, я не буду добавлять плейлист фрешменов, потому что, ребят, прям вообще не зашло. Но к себе я добавлю. Это хороший трек, как по мне. Может быть, потратил сильнее. Тут тяжело сказать. Вот этот... Трек между самый слабый среди троих. Он мне тоже зашел. Он очень мягкий. С очень мягким байбом. Но тут посильнее треки будут. Угу. Фанчек ЛСТГ. Сейчас чекну. Обложка как тебе? Ну, обложка как обложка. Ничего такого, правда. Ну и нахуя, если я тебе сказал, что не буду, блять. Как-то так. Ждем следующих треков. Они будут совсем скоро. Так, ну Cold Wind это у нас техника, поэтому мы за ним и так следим, если я не ошибаюсь, да ведь? Или я ошибаюсь, этот чел не в техника. Но он должен быть там. Он не техника, а реально? Он так, я понял, хорошо. Я подумал, он в техику. Ну в любом случае... В любом случае... Я бы за ним не следил, наверное. Как-то так. Нормально он парт выдал, но... Просто пойдет, правда. Бридж хороший, мне еще понравилось. Да. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.